Итак, дорогие друзья, в магазине случилась экстренная пожарная какая-то сигнализация. В общем, свет полностью вырубили. Да, прием, слушаю. Ты, наверное, никого не пускаешь сейчас? Ну, наверное, да. А свет вырубили. Что-то сгорело у нас. Говорят, до 5 часов не будет света. Вот, вот так вот. Сейчас Юлька должна еще на работу подойти. Хе-хе, вообще прикольно. Непонятно, что сейчас будет. Магазин надо будет это закрыть, наверное. Какая веселая песенка. Все, ширмы все закрылись. Почему-то это наполовину закрывается. Я-то думал, оно полное будет закрываться. Наполовину закрылось. А что делаем? Ребятули, ребятушки, ребятушки, парни, девушки, братья, сестры, не забываем подписаться, поставить лайк. Я очень благодарен. Каждая подписка, каждый лайк – это огромная помощь в мою сторону. Я вам очень благодарен. Спасибо. Всем шалам алейкум.